13 тысяч пустых стульев появились перед зданием парламента в Берлине. Организаторы акции выбрали эту цифру не случайно. Именно столько беженцев застряли в лагере на греческом острове Лесбос. Рассчитан же объект всего на 3 тысячи человек. Активисты и врачи бьют тревогу и констатируют гуманитарную катастрофу. Помимо того, что лагерь переполнен, условия удручающие. Там накануне зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции. Немецкие активисты обеспокоены ситуацией и просят политиков эвакуировать беженцев в ФРГ. Свою просьбу, адресованную правительству, они решили донести необычным способом. В создании инсталляции участвовали несколько сотен волонтеров. Чтобы установить тысячи стульев, им понадобилось более 7 часов. Тем временем депутаты Бундестага уже пообещали, что рассмотрят это предложение на первом же заседании. Мы считаем, что нужно эвакуировать лагерь в Греции. У Германии есть возможность принять и разместить этих беженцев. Поэтому мы требуем, чтобы правительство как можно скорее начало вести переговоры с Грецией для того, чтобы срочно эвакуировать людей в Германию. Я была сама в этом лагере. Там помимо ужасных условий еще и вспышка коронавируса. Нужно действовать немедленно, так как ситуация ухудшается с каждым днем.